тоже вынуждены идти в рейс. Водители разводят продукты по супермаркетам, но КамАЗ отказался заводиться. То есть полдня у вас выходной получается? Да, незапланированный. Ну а скоро помощь для машин, КамАЗов, вот такие мобильные тепловые пушки. В эти выходные телефон служб по отогреву авто буквально разрывался от звонков. Один работник в день выезжал по 10 адресам. Грузовик вот поменьше, потому что там 2 часа, 3 часа можно потратить на него. На легковый средний где-то минут 30-40 уходит. Обычно это у подъезда, либо на стоянке, как сейчас. Поездки, особенно дальние, новосибирцам в такие морозы рекомендуют.